Привет, зритель. Смотри, какой у меня рюкзачок. 770 рублей всего лишь. Он у меня уже, может, недели две. Я даже бирку еще не снимала. Вот если бы он был не из другой немножко ткани, он бы вообще был идеальный, потому что вот этот, ну, как бы он хлопковый. И в дождь в нем лучше не ходить. И из-за того, что тут были дожди, я его еще пока не обновляла, но вот сегодня собираюсь кое-куда сходить и, может, обновлю. Я, может, его потом перед камерой потрясу, сейчас я на руке снимаю. И да, у него, к сожалению или к счастью, ну, короче, нестандартно. У меня только один рюкзачок, где кармашки по бокам сеточки, можно бутылочку вставить. Тут вот просто такие маленькие кармашки. Два маленьких кармашка. И с этой стороны тоже два маленьких кармашка. Кармашек на липучке. А дальше у нас такая змейка двойная. Одной рукой-то у меня получится это сделать или нет? И да, я к нему купила стяжки, потому что он без стяжек. Правда, благодаря Никитосу я недавно узнала, что есть поясная. Поясной ремень. И поясной ремень — это не стяжка, как у меня на том рюкзаке. Есть стяжка для груди, есть стяжка для живота. Оказывается, поясной ремень, он совершенно отдельный. Ну, такой рюкзак я видела, он около 3000 стоит, у меня пока денежек нету. На такой рюкзак с поясным ремнем специальный, ну такой вот супер туристический. Он пошире, чем мой первый рюкзачок, вот спортивный. Ну, как бы у меня и до этого были рюкзачки, самопальный рюкзачок, рюкзачок, который мне мама шила. Ну-ка, сейчас. А я вот выключила, открыла его. И снова включила. И вот здесь вот тоже вот кармашек такой есть. Можно ноутбук положить. Ну и такое большое отделение. Я вот сейчас собираюсь за заказом. Ну, в смысле, сначала поем, потом мне к родственникам надо зайти, потому что там кому-то что-то приспичило, чтобы потратила я свои деньги, которых и так нету. Придется в долг брать, если все-таки придется это тратить. Короче, не люблю я такое, когда мне пытаются навязать что-то другое. Что-то такое навязать, даже если оно мне сначала нравится, а потом усиленно навязывают. Короче, этот... положу сюда финики, бананчик и воду. Бананчик и воду себе на всякий случай, на подстраховку, потому что вдруг есть вот захочется. А финики, потому что я зайду в одно место и хочу с человеком чаю попить. И этот, и поеду я за заказом с бьюти-патчи. Потом сделаю распаковку и обзор, который покупал на собственные деньги за 1000, почти 300 рублей. И доставка в СДЭК. СДЭК у нас в центре. Не надо так грызть, хулиганище. Я его еще даже не одевала, а ты грызешь. Ну, короче говоря, поеду в СДЭК. Хотелось бы на велике, но велик пока сломан. И это самое. Заберу там его. Оно даже в СДЭК доставляется, но СДЭК дальше не доставляет. Только на базу СДЭК надо приехать и забрать. А потом, и вот как раз сюда уберу, я надеюсь, эту коробочку. Тут финики будут. В общем, я его обновлю. Я что-то подумала, что я тут все с сумкой анимешной хожу. Не очень удобно, не всегда удобно. Есть же рюкзачок, который специально купила, потому что он мне очень понравился. И этот, я его еще даже не обновляла. Артикул потом оставлю в инфобоксе. Если забыла сказать привет, то привет, ну и пока.